Как вы считаете, Андрей Александрович, сколько у меня шансов сдать? У всех шансы 50 на 50. Другого не дано. Человек может хорошо ехать и не сдать, и человек может плохо ехать и сдать. Все зависит от вашего самого настроения, кого-то там наслушались, блядь. Ваши переживания, состояние ваше. Как вы правильно оцените дорожную ситуацию? Мы сейчас на дром. А дром нужен? Да, я думаю, нет. Поехали. Рулем работаем? Работаем рулем, машина вот тут едет. Конечно. И вы все равно не снижаете скорость.